Дай, поднимай. Только сейчас. Всем напряженно. Что начинаем? Еще раз проговорите. На кнопку нажали уже? Да, красиво. Ну, сейчас мы все в кадр посмотрим. А, мы сейчас фоткаемся или что? А давайте в кадр посмотрим. Да, давай. Давай фотку давай. Давайте я первый начну. Улыбаемся, улыбаемся. Разрешат такие вот как. Давайте. Чего? Ты как подруга начинай. Да, давай. Давай. Кристина, с днем рождения тебя и стая с моими новыми друзьями. Кристина, с днем рождения! Спасибо. Happy birthday! Спасибо вам большое. Я вас тоже люблю. Категорически happy birthday. Это категорически. Мы счастливы. Пишут такие комментарии. По кайфу обстановка. Да, нормальный. А, перескажи? Да. Вот. Клоков. Димон Клоков подтверждает, что по кайфу. Тут все. Как это, Дюша Метелкин? USB тут все. Куда ты мне банку обрезал? Верни банку. О, верну банку. Банка здесь. Либо банка, либо ты. Это у меня просто пачка вон, залетает большая. Вытесняет банку. Снимаем кино. Все, это бич. Бич заезда. Как можно? Все. Все. Все будет готовый максимум. Онлайн. А Сережа, чё ты? С гитарой. Луч. Солнце золотое. Я думаю, что они надо. И по затылке. По погоне за Яшанькиным. Между нами снова. По-моему, это было заразительно сегодня. Кто-то заразился песней. Или это ты от радости, что научился управлять этой штукой? Вчера телесов не показывали. Вот это хорошая, вот эта проходка хорошая была. Прикольно. А пахнет, да, дрянь такая вообще. Я наконец свой распечатал еще. Что ты делаешь? Скажи, свой перископ распечатал. А, отлично. Вот. Всех смотрю. Наш респект. Саня, напугай. У меня тоже вот есть немножко бицухи. Да, тут. Я, конечно. У всех тут бицухи. Даже у девчонок тут бицухи. О, бицухи. Скажи, Дим, как ты найти перекос. Ну, бицухи, скажи. О, отличная бицуха. Даже это, фокус пропал. Даже. Так, Роб Раймер пишем, скорее всего. Снимай. Сейчас посмотрим, сколько тебе придется. О, смотри. Есть. Нашел? Да. Все. Роб Прим. Этот? Не-не-не, это. Не, я уже за это. А, уже за это. А, вот все. Не проезжайте мимо. Походу вы не тут не надо, перескок зашли.
Все на бот, ребята. Шпака и перископ уже. Летчик есть. Глаза восторга полны. Никто не укусил летчик. Представляете? Клёво. Какие планы? Спать? Завтра новый день. Асюнь! А, дуэль. Сколько, подожди. Сейчас поделиться можно? Как вам встать на шоу? Вот, закончилось. Ужас. О-хо-хо-хо. Всё, следующие полетели. Как дела там, тут-то, немножко пообщаешься на 15-20, анонс там видео такого, следующее видео. Покажи Машуньке Кузьминой, как правильно делать, переводить кадры. Два раза нажимаешь. Два раза. Машунь, слышала? На перископе два раза нажимаешь. Два раза. Тап. Ребят, кто пришел от меня, подписываемся на Диму, очень интересный, позитивный парень. Ставьте лайки. Ставьте лайки. Вау. У него есть борода, говорите ему да. У меня тоже. Так что видите, кросс-маркетинг – это великая вещь в современном обществе. Привет, привет. Привет, чуваки. Вот и настало будущее, когда все общаются со своими телефонами, такие, сидят по углам такие в перископе. Представляешь, скоро это имплантируют сюда, и все будут просто сидеть так в ауте. По своим углам. А в ноги колеса можно? Можно. Дима, а научи, пожалуйста, да? Осторожненько. Горизонтально ты стоишь, когда ты вперед, он едет вперед. А, специально заказывали. Вот так вот и веселимся. Все в перископе, ребят. А кто-то с GoPro. Ну, просто первое время сложно, а потом... Собрание блогеров. Давайте больше лайки. В перископе я пальцем сразу. Мне нужно сердечко. Видите, как все... Да, там главное не напрягаться. Первое время... Прикол один расскажу. Мне человек ВКонтакте пишет, я 10 лет занимаюсь маркетингом, типа так и так. А вас интересует продвижение в соцсетях? Это нет. Решает судьба. Вот у меня друг, у него полмиллиона подписчиков. Просто два раза репостов на перископ. У меня за 6 часов сразу почти 600 человек прибавилось. Просто ну, наша битва произошла. А есть друзья теперь. Все решили выйти с ручным перископ. И я тоже решил. Это уже зависело. Это уже ужасно. Всем спасибо, что вы посмотрели.